Прокуратура города осуществляет надзор за соблюдением законности при проведении проверок контролирующими органами. Выявлено нарушение в действиях сотрудников ГИБДД, комментирует прокурор Губкинского Олег Черкес. ГИБДД, ОМВД города Губкинский, проводилась плановая проверка нашей городской больницы. Однако в нарушение сроков, установленных для выдачи ознакомления с началом проверки, инспектором было главному врачу выдано, так сказать, уведомление о начале проверки не за 3 рабочих дня, а за фактически 1, что свидетельствовало о грубом нарушении, поскольку в силу закона результаты таких, так сказать, такие нарушения признаются грубыми, и результаты этих проверочных мероприятий могут быть отменены. По словам прокурора, по данному факту начальнику МВД России по городу Губкинскому было внесено представление. В настоящий момент оно рассмотрено, виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, для устранения причин и условий, способствующих нарушению закона, с личным составом полиции проведены дополнительные занятия по изучению законодательства, регламентирующего проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.